отповедует славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. Молитвами Богородице спаси, спаси нас. День не отрыгает глагол, и ночи ночи возвещает разум.
Тамбовского и Рассказовского, и господина нашего Преосвященнейшего Гермогена, епископа Мичуринского и Маршанского, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы и весь священнический и монашеский чин, притчи церковной, братью святого храма сего, благоустроители, благоукрасители, жертвователи святого храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей сохрани, освяти любящее благолепие дома Твоего, Ты тех воспрослави божественной Твоей силою, и не остави нас, уповающих на Тебя, мир, мирови Твоему дару, церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходя Тебе, Отца Свету,
и Тебе славу и благодарение, и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Thank you.
всех святых, помилуй ты спасет нас, яко благ человека любит. Воспевающих в заповедях Твоих,